Что-то продают? Это такой чеснок большой? Да. Ух ты. Угу. А вон написано 1. 15 килограмм. Ага. Не знаю. Спасибо. Короче, решили пройтись к Димчаю. Речка тут такая. И заодно пройдем мимо отеля, в котором мы жили. Давай в тенечек номер. Слышь? Посмотрим, что тут изменилось за полгода. Наверное, ничего, да? Как будто они уезжали. Главное, что прикол в чем тут? Тут, короче, в любое время года снимай, и тут все одинаково. Только очень знатоки могут разобрать, что это весна или осень. Потому что осенью плоды есть, там гранаты, если где-то можно их заметить. Апельсины, мандарины, сейчас нет. И вот эти кусты, они цвели, вот те кусты, скажи, красными листьями, были цветы? Да, да. Все было так? Да. Ну, ты согласна, что можно снимать вот это, а потом выложить осенью, сказать... Ну и все, и подумают, что это все время зелено. Нету ни снега, солнце все время светит. Ну да, то лето вопрос. Нет ни снега, нет ни дождей, блин. Поэтому все время зелень, все время пальмы, все время вот эти листья, как осенью были, так и сейчас, я не понимаю, они как. Ой, все равно, смотри, какой тоже симпатичный. А вот смотрите, видите, Бешикташ чемпион. Смотри, вот какой красивенький, да. Да, бенбилохоты очень выглядит красиво. И номера были шикарные, чистые. Очень красиво выглядит, очень. Он новенький, он ремонтик, все дела. Все супер. Очень хорошо нам было. Ну, но нам сказали, но что мы ехали, да, но это вроде, ну, это уже не вроде, это точно. Это тройка, да, но мы ехали в него в четверку, думали. Получилось не четверку. Сейчас определить. Давай посмотрим, попробуем определить, много ли там желающих, то есть людей живет. Ну, в общем-то, не пустой, да? Ну, смотри, конечно, солидно все тут. Да? Так, посмотри. Шикардосно, да, вообще? Вот я вспомнил, ой, блин, как перенесся в это. Помнишь? Блин, такое все равно кусочек нашей жизни там прошло, хоть и немного, но... Вот я прямо помню, как я там сидел, как мы поднимались, как запах даже вспомнил. Офигенно, супер. Класс, вот так вот. Всегда хорошо, везде хорошо. О, смотри, какие красивые домики. Так, я же не показал свою обувь. Жена мне подарила. Пумовские. Пума. Пума. Вместо браслета. Я хотел Adidas купить, а она купила мне вместо браслета. Какого браслета? Моего. Твоего? Не, ну за 5 этих долларов. 5 лир. Ой, 5 долларов. 40 лир. Я уже представила. Значит, сначала понимаю конкретно, сколько лир и доллара. А сейчас ты меня спросил уже к вечеру, как тупее. С этими пересчетами постоянными. Я, кстати, специально не брал тапочки, я взял одни. Я говорил, умножай на 4. А сейчас это... А, было типа такое. А чего? Ну, 40 на 4. Нет, не 40. А, что на 4? Получится 200. 200, что 200? 40, ой, 40 на 4, 160. 160. Ну, а сколько это? 5 долларов. Так, наверное, есть. 5,7, 35 и 5 на 20. Ну, доллар 27. 5 на 2. 100. 5,8, 40. Наверное, да. Опять не 160. Чуть-чуть курс поменял. Он же был 7,3, 7,4. Да, да, сейчас 8. Поменялся. Какая река здесь. Как тут красиво. Вот я сегодня бежал, повернул голову. Тут так живописный такой. Мы, кстати, по той стороне еще не ходили. Да, говорит, живописненько. Писненько? И тут, блин, сумасшедшие гигантские утки. Сегодня, кстати, я бежал. Не, не крокодилов тут нет, тут утки здоровенные и гуси. Утки конкретно большие. Вон они, что не видишь? Смотри, как то не делаешь. Утки, то гуси. Мы пройдемся, может, в ту сторону? Куда? Ну, туда. Точно. Пошли, прогуляемся чуть-чуть. Вот тут.
Короче, я не брал специально тапки, брал просто вьетнамки одни, и я знал, что куплю тапки, не хотел везти. Я хотел другие купить, Adidas, но так и не купил. О, опять летит, да? Там, короче, летает вертолет и что-то возит. Да, у него... Где он? Где он делся? Не понял, не вижу. Вот, вертолет что-то... А, плохо видно, ладно. Не тем снимаю. Не той техникой сниму. Короче, летает вертолет, что-то у него висит снизу. Подвешен какой-то красный... Какой-то красный шарик или что-то какой-то. Что-то перевозит он, да? Почтальон, может, почтовый какой-то. Я ляпнул почтальон. Как будто вода там, знаешь, это. Знаешь, как когда пожар тушат, теперь самолеты везут такую фигню. О, гусь какой. Это гусь. В смысле? Ну, в селе жил. Поэтому понимаю. Ну вот он даже здесь, ты слышал, он как сделал? Вижу, нос. Утки. Он здесь, а звук? Утки нос другой. Утки кря-кря-кря, а этот га-га-га. Слышал? Га-га-га. Гуси га-га-га. Такие губы, как у наших русалок. Гусик делают га-га-га, а утки кря-кря-кря. Вон, видишь, гуси, по той стороне еще два гуся. И два гуся. Летят утки. Пошли. Гуси они больше, во-первых. Но тут такие утки, блин, что, блин, и гуси не больше. Прикольно. У них даже Adidas. Ну, у них это вот эта вся одежда адидасовская. Так, что-то тут тренажерчики. В прошлый раз мне показалось. А сейчас смотрю, у нас покруче уже в Харькове, да, тренажеры? М? Что, подржавевшие чуть-чуть. Ага. Это же отель, я же заглядывал. Вот разница, осенью не было вот этих, можно было заглянуть. Смотреть видосики надо. Мои. Какой канал? Новый, бля. Новый канал. Так, я же заглядывал. Вот, а сейчас же люди... Нет, был жилой дом. Это был отель. Это и есть отель. Может, уже и дом жилой, я не знаю. Не похож он на жил. Там жилые дома. Кря-кря-кря. Ой, кря-кря, квакают. А, так мы не дойдем, там негде перейти. Там далековато идти, наверное, чтобы перейти на ту сторону. Ого, там уток. Суперское место, если честно. Очень живописненько. Я бы тут жил, наверное. Вы, в общем-то, уже не хотите идти никуда, да? Не хотите пройтись еще? Вы специально отморозились тут? Это что-то похожее на другое, блин. Не надо так тренироваться. Потому что... Вот еще одно место для тренировки. А это на что похоже? Тренажер какой-то. Посмотри. Покажи, как нам, как тут тренироваться надо. Да все, я не хочу на это смотреть. Да потому что это какая-то порнуха, блин. Меня эти жители, зрители разбегутся. Опа, смотри. Там на той стороне этот парк. Там мы, ну, ой, видишь? Блин, картинг. Парк. На картингах кататься там под крышей можно. Можно было. Не знаю, как сейчас можно. Посижур? Смотри, что тут творится. Тут куда-то все бегают. Смотри. Куда вы несетесь, блин? Блин. Офигеть. Что, контент да.